Ну, я хочу представиться. Немножко в видео своем уже представилась. Меня зовут Гулько Надежда. Я старший менеджер проекта «Экспресс-карьера» в открытом звании директор. Поставьте, пожалуйста, пятерочки, кто у нас тут новички. Всех рада приветствовать. И семерочки даю тем, кто еще думает, кто сомневается. Но я думаю, что сомневаться не будет после этого вебинара. Так, отлично. Итак, начнем нашу встречу. План вебинара такой. Расскажу о себе, какая я была до проекта, какая я сейчас, суть проекта, откуда деньги, что нужно делать, как нам начисляют заработную плату, преимущества нашей компании, что я получила и что меня ждет, какие планы, а планы грандиозные. И, конечно же, те, кто досидит до конца, дослушает, всем рекомендую до конца досидеть, потому что самое интересное обычно в конце. Вот. Ну что, продолжим. Сейчас расскажу о себе. Родилась я в Краснодарском крае и до 5 лет жила в этом крае. Потом родители решили переехать в Ставропольский край. Вот. Затем переехали уже в 11 классе. Я решила круто поменять свою жизнь, думала, что и надеялась на хорошее будущее. Переехала в город Обнинск Калужской области. В 2004 году вышла замуж, родила сына в 2006 году. В 2007 году дочь Машу родила. В учебе всегда хотелось быть на первом месте. Вот мои дипломы по специальности и по образованию. У меня среднеспециальное образование. Я организатор делопроизводства, архивист. Вот, и высшее образование у меня. Я закончила Московский государственный университет сервиса. Специальность моя менеджер. Как раз здесь применяю все свои навыки. Вот в таких красивых краях я жила. Это в детстве, это моя малая родина, Краснодарский край. С помощью этого проекта я нашла своих земляков. Да, вот очень красивые места. Затем переехали мы в Ставропольский край. Вот здесь я провела свои школьные годы. Очень красивые места, всем советую посетить. Вот. Это мои детки, дочь Маша, ей сейчас 8 лет, сыну Мише 9 лет. Они школьники, очень активные, погодки у меня. У меня декрет был около 5 лет. Вот. Это мои цветы жизни. В настоящее время мы проживаем в городе Обнинске. Вот я выложила фотографии. Вот наш город, если на ладони, да, присмотреться к нам. Это первый наукоград России. Вот я и мои детки никогда не скучаем. Вот моя дочка переоделась в Мальвинку. Это мы с сыном готовились к проекту в школе. В общем, жизнь у нас кипит. И вот я до проекта. С 2003 года, все в маму, да? С 2003 года по 2015 я успела попробовать себя в самых разных должностях и по самому разному графику. Бывало, и по 15 часов работала, и потом еще надо было утром бежать, и если какие-то были недочеты в отчетах, которые я делала по кассе, то я приходила... Вот, и доделывала это утром. Кому знакома эта картинка, когда бежишь с одной работы на другую? Вот так я жила до проекта, приходилось в нескольких местах работать, да, на бегу, на скаку тебе приходилось. Да, у меня такое было, что я работала, например, офис-менеджером в агентстве недвижимости, до этого брала пакетик с одеждой с собой, вот, потом...
конец дня, да, приходил, я переодевалась и бегом в припрыжку в пиццерию работать диспетчером. Вот, и там, приходя туда, я сидела и принимала заказы на пиццу, и в другой руке у меня была другая трубка, я сдавала квартиры. Вот такая у меня была кипящая жизнь, вот, и все быстрее и быстрее, вот, и в один прекрасный день мне, конечно же, не повезло, вот, судьба у меня так сложилась, что в 2010 году мне пришлось развестись, и поэтому я вот так... Поэтому я так старалась дать своим детям все самое лучшее, меняла несколько должностей и работ, вот, чтобы дать самое лучшее своим деткам. Вот. И с одной работы в другую так я шла, и вот однажды меня торопилась домой, однажды меня сбила машина. Вот, и я уже понимала, что у меня денег нет, на мне были два кредита, ну, небольшие суммы, но все-таки, да, ты лежишь в больнице, у тебя нет ни работы, ни денег, два кредита, вот, и ты не знаешь, ты заново учишься ходить, ты заново учишься говорить, вот, понимаете, да, мое состояние, вот, и в сентябре у нас такая пришла пора, когда дочке нужно было, вот она поступила в первый класс, вот, я понимала, что мне как-то нужно договориться, я договорилась с бывшим мужем, и мы договорились, у меня бывший муж обеспеченный, и вот, и он как пошел на встречу, за что ему огромное спасибо, что он помогал деньгами, вот, а я сидела с детками дома, и в один прекрасный момент я просто сидела в одноклассниках, и мне мой спонсор, любимый, обожаемый Катюшка Горшенина, привет тебе, вот, она мне прислала письмо о том, чтобы я посмотрела, да, суть проекта, в общем, коммерческое такое предложение, да, как мы сейчас делаем, отправляем своим кандидатам. Вот. Но от того, что я уже до этого была в самых разных компаниях сетевых, для меня это было не очень интересно. Ну, я просто от нечего делать решила согласиться. И тут же, так как и еще потому, самое главное, что мне очень нравилась косметика Oriflame еще до проекта. Вот. Потому что именно эта косметика, на мой взгляд, всегда отличалась высшим качеством. И у меня именно на эту косметику, я не буду называть другие фирмы, чтобы не обижать других сетевых партнеров, вот, наших конкурентов, но я думаю, что у нас нет конкурентов, в принципе, вот, потому что у нас самая классная и успешная компания Oriflame, вот. Я думаю, что можно поаплодировать в чате, потому что мы находимся в самой успешной компании. Вы согласны со мной? Вот. И я, в общем, рассмотрела предложение Екатерины Горшениной. Да, побольше аплодисментов, потому что я думаю, что просто это у нас эксклюзивный проект и один единственный. Вот. Я рассмотрела предложение и сразу же заказала себе побольше всего, потому что у меня как раз закончилось многое в косметичке. Я, кажется, на 1000 с лишним заказала. В общем, мне косметика очень нравится. Я до сих пор довольна. Потом вам покажу еще, что у меня сейчас есть. И вот я в проекте. Ну, вы меня и так видите. Надеюсь, хорошо видите. Видео хорошее, все передается. Вот. В настоящее время я старший менеджер компании Oriflame и нашего любимого проекта «Моя карьера онлайн». В открытом звании директор, 3 каталога из 8. Вот недавно сделала себе такой подарок, фотосессия, и, наконец-то, я свободна, девчонки, мальчишки, я свободна, я сама себе начальник. Надеюсь, вы такое же испытаете состояние. Вот, таким мы раньше знали нашу компанию Oriflame, таким мы привыкли видеть Oriflame, это раньше было такое,
Вот, в нашем проекте совершенно все по-другому. Раньше это беготня с каталогами, листовки, тяжелые сумки, продажи, списки знакомых. Да, кто знает, да? Вот. Но мы стараемся всех, как бы, да, всем рассказать, что сейчас существует новый Oriflame. Вот, что у нас нет, мы не пользуемся, кто, конечно, хочет, тот, пожалуйста, и я только за, да, девчонки из моей команды, поддержи меня. Вот, я всегда говорю, что хорошо бы, конечно, личные продажи иметь, вот. Вот, я была даже в одной компании такой, где нужно было встречаться каждый раз, назначать какие-то встречи, составлять списки, а я приехала, так как я приехала из другой местности, из другого края, у меня очень мало знакомых вот здесь, и те, которые были, всегда крутили у виска и говорили, как это такой дорогой продукт, что ты мне предлагаешь, вот, и поэтому... Сейчас у нас совершенно новая система, сейчас у нас нет такого. Вот, сейчас мы работаем онлайн, в интернете. Новый Oriflame – это сегодня. Работа дома, устроившись уютненько, с мышкой в руках, мы творим чудеса. Я работаю, когда я захочу, когда мне удобно. Я работаю постоянно, не отлучаясь от своих детишек. Вот, контролируя их, потому что уроки сейчас, новая система обучения, наверное, знают уже все, да, в России, как сложно учиться, и что уже в школе, да, дают, в начальной школе дают очень тяжелые задания, которые даже взрослые иногда не могут выполнить, вот, и нанимаем репетиторов, но, как бы, это другая тема, все, наверное, меня прекрасно понимают, что в настоящее время мы все хотим находиться рядышком со своими детками, вот, не отрываясь от семьи, работать, и также мы хотим независимости, мы хотим зарабатывать деньги. Наш бизнес с нуля, и нам не надо думать, о том, что мы должны снять где-то помещение, а сколько сейчас аренда стоит, да? Вот, нам не надо нанимать бухгалтера, нам не нужно вести отчетность, все за нас придумала компания. Все отчеты вы можете просмотреть в своем личном кабинете, за все отвечает наша компания. Вся работа в интернете, повторюсь, и даже желающие продавать, я всех учу, наших девчонок, вот, что это можно делать онлайн, никуда не надо бегать, сейчас абсолютно новый Oriflame. Новая пора пришла, и я желаю вам всем огромного роста и ощутить и попробовать новые возможности Oriflame. А те, кто уже попробовали, вам огромного роста. Вот. Также у нас постоянная поддержка в обучении. Вот. Всегда наш спонсор обычно находится на связи. Если ваш спонсор пропал, то вы можете обратиться к вашему вышестоящему директору. Вы сами не теряйтесь, вы звоните, требите своих спонсоров, проявите свою активность. Ну что, мы сейчас не в монологе работаем, да, на вебинаре, а в диалоге. Наша работа интересная, простая и несложная. Просто и легко. Ответьте мне, пожалуйста. Ответьте, просто и легко работать в интернете. Кто согласен со мной? Конечно, просто. Легко и просто, да. Ответ легко и просто. Совершенно верно. И далее пошли. Суть проекта основана у нас на трех таких веселых, замечательных китах. Это обучение, рекрутинг и личное потребление. Без них никак. Выпадет какой-то один из них, уйдет в море плавать, да? Вот, и система пойдет вниз. Так что всегда держитесь на высоте, всегда соблюдайте и придерживайтесь этих трех китов успеха. Откуда же деньги у нас в проекте? А секрет прост. Мы строим свою команду, которая дублицирует нас, которая выполняет те же самые действия, да, которые выполняю я, и также мои коллеги, мои партнеры выполняют и повторяют за мной мои действия. Это называется бизнес-дублицирование. Секрет прост. Мы строим команду на доверии и дружбе.
Мы не только узнаем друг друга в каких-то деловых качествах, но мы и дружим постоянно. У меня лично дружная команда, потрясающие, позитивные люди. Вот, я вам до этого за 30 минут до начала вебинара показывала, какие у нас активные, веселые, позитивные. Вот. Наш девиз, девиз нашего проекта в целом, только помогая заработать другим, заработаешь сам. И каждый... Мы каждый заинтересован в успехе нашего партнера, потому что некоторые, может быть, думают, да, что, допустим, мой директор на мне зарабатывает. Нет, такого абсолютно нет. Я и мои коллеги по проекту, мы все заинтересованы, чтобы вы росли, чтобы вы также зарабатывали деньги, чтобы вы с нами ездили в успешные, красивые путешествия. Мы в этом заинтересованы. И самая личная моя радость, когда мои партнеры выходят на новый уровень. Это самая моя большая радость. Не столько за себя радуешься, сколько за других. Ничего страшного. Присоединяйтесь к нам, Нина. Вот. Откуда же деньги? Мы просто меняем обычный магазин на свой интернет-магазин. С того момента, как вы зарегистрировались в проекте, у вас появился интернет-магазин, где вы получаете сразу скидку 20%. Ответьте, пожалуйста, в обычном магазине вам дают скидку, когда вы приходите? Вам дают скидку за товар, когда вы приходите в магазине? Нет, да? Или дают скидку, когда он уже залежал, и товар в, как бы, да, в большей степени. Или тот, который уже не нужен, уже, допустим, по одежде. Я работала в крупных холдингах, и там обычно скидку делали 50%, там даже 70%, когда товар уже залежал, и когда он уже не нужен, когда уже не в моде. Поэтому вот только тогда дают скидку. Ну и то это бывает редко. Вот. А скажите, пожалуйста... Да, вот наша команда тоже меняет привычку покупать, откуда же деньги еще, да, мы создаем товарооборот, мы покупаем и покупает, потребляем, точнее, и потребляет наша команда, которые, те люди, которых мы приглашаем в команду, в проект, вот, и так создается товарооборот, вот. Скажите, пожалуйста, когда вы приходите в магазин, еще один вопрос. Да, мы же работаем в режиме диалога, вот, вам платят зарплату за то, что вы покупаете что-то в магазине? Ответьте, пожалуйста, в чат. Вам платят за то, что вы покупаете мыло, шампунь, пасту зубную? Вам платят за это? Нет, да. Вот так, а у нас платят. Мы получаем огромные скидки, а те, кто делает 150 баллов и выше, получают также объемную скидку. Вот, и скидка 20% становится не 20, а 32%. Далее я вам еще покажу табличку, где подробно, да, расписано, почему 32%. И 50% – это участники премьер-клуба, которые уже, которые два каталога подряд делают по 150 баллов, да, они получают 50% на весь товар, кроме wellness. Вот. Так что у нас потрясающая работа, потрясающие возможности. У вас карты в руках, пользуйтесь. Итак, способы группового товарооборота. Это личное потребление, как я уже сказала, и приглашение людей из интернета. Да, как мы это делаем. И, конечно же, если только личное потребление, да, и я, например, люблю заниматься продажами, я не могу создать столько товарооборота, нужно создать 7500 баллов, да, чтобы достигнуть уровня старшего менеджера. Это будет достаточно очень сложно, поэтому наша система дает быстрый рост благодаря системе онлайн. Благодаря тому, что все ускорено, все возможности, да, мы мобильные в сетях, в скайпе, в чатах, везде, на телефоне, поэтому наша скорость потрясающая. И как мы говорим уже везде, у нас не экспресс, да, поезд мечте, а ракета к мечте. И за последнее время у нас очень много прибавилось директоров в команде в проекте «Экспресс-карьера». Вот, наверное, уже многие заметили, да, поэтому мы любим называть иногда, что у нас экспресс-ракета.
И далее, что же нужно делать, чтобы достигнуть уровня, чтобы занять первые ступеньки, да, начиная от консультанта 3%, это рекрутирование. Вот эти вот как раз три кита, да, идут. Это размещение рекламы и приглашений в команде, в социальных сетях, вот ВКонтакте, кому что нравится. Тут нет как бы, да, какой-то обязаловки, что да, ты будешь работать ВКонтакте или да, ты там будешь работать в Одноклассниках. Нет. По своему желанию вы выбираете ту соцсеть, которая вам нравится. Также многие директора, я знаю, что есть молодой амбициозный директор, вот, которая за 3,5 месяца вышла буквально работая просто на досках объявлений. Вот, также там тоже можно, да, рекрутировать. Второе – это работа с командой, обучение и постоянное сопровождение наших коллег. Мы никогда не бросаем коллег ни в беде, даже если личные проблемы, да, стараемся чем-то помочь. Вот настолько у нас дружная команда и настолько дружный проект. Личное потребление, личное пользование товарами и предложениями компании. Постоянный обзор новинок, стараемся всегда делиться своими новиночками в чате. Вот, в чатах, какие существуют акции, каждый каталог, новички особенно, всем рекомендую, не пропускайте стартовых акций в начале каталога, да, которые объявляются, вот, потому что, когда вы их пройдете, да, пройдете шаг 1, шаг 2, шаг 3, шаг 4, вы получите подарки абсолютно бесплатно. Так что всем желаю пройти стартовую программу. Итак, моемся, красимся, поддерживаем свое здоровье и зарабатываем при этом, да? Как сделать деньги из пены? Да вот так. Просто и легко? В чате напишите. Легко или просто? Да, краситься, мыться, да, покупать для себя мыло, просто сменить магазин на свой личный, у нас свой личный интернет-магазин, дорогие мои ребята. Да, отлично, просто и легко, отлично. Тогда подключайтесь скорее, действуйте, ребята, действуйте. И как нам начисляют заработную плату? До старшего менеджера, до уровня старшего менеджера, это начисление объемной скидки в вашем личном кабинете. Вы увидите, кто не знает, как зайти в личный кабинет, попросите спонсора, он вам проведет экскурсию, можно даже по скайпу, да, в демонстрации экрана, вот, чтобы вам показали, что у вас находится в личном кабинете, где вам начисляется, где можно посмотреть, как вам начисляется заработная плата, это все абсолютно реально, вот, начисление скидки идет, да, и компания также все начисления делает в наш кабинет, да, нам начисляется скидка от того товарооборота, который мы создали в компании, вот. Я привожу, да, табличку с уровнем 3% и далее до уровня старшего директора. Вот, такие вот доходы и такие премии, вот, и даже больше, я бы сказала, да, плюсуйте то, что цена каталога, да, цена, и разница с вашей ценой, ценой консультанта, те, кто участвует в стартовых программах, да, разница, плюсуйте все выгоды, и вы увидите, какие возможности открывает для вас компания, какие премии она выплачивает, только посмотрите, да, уже с уровня 9% вы можете получить потрясающую премию, да, от 1500 рублей, вот, и далее. Вот, таким образом мы, девчонки и мальчишки, с вами зарабатываем, мы двигаемся только вперед. И дополнительные программы и премии. Программа турбороста, в нашей компании есть программа «Мой автомобиль», это с уровня, с уровня золотого директора, как ни в какой другой компании, прошу отметить, да, идет нам пассивный доход. И также бесплатные путешествия. Сейчас подробнее остановимся. Сколько подписать новичков? Вам, я думаю, что нужно к вам обратиться, вам, к вашему личному спонсору. Вот, если уже, да, по табличке, да, если вернуться. Но я уже не буду возвращаться. Чем больше людей к вам придет в команду, да,
приятных, позитивных, активных, тем лучше. И тем быстрее вы создадите товарооборот. Вот. Да, чем больше, тем лучше. Совершенно верно, Нина. Получается. Так, и вот, да, табличка мы с уровня золотого директора, где, в общем, начинаем получать пассивный доход. Вот, уровень золотого директора мы достигаем, когда под вами, да, в первой линии два директора уже вышли, два человека на уровень директора, да, понятно это? И тогда вам уже не надо будет бежать, куда-то лететь, делать отрывы, как в других сетевых компаниях, вот, рекрутировать, да, сидеть день и ночь, как бы, ну, мы стараемся, да, до уровня старшего менеджера более активно себя проявлять, чтобы побыстрее получить заработную плату. Я всем этого желаю. Постоянно требуйте своих спонсоров, будьте активны, будьте на связи. Потому что есть все коммуникации для этого, да, средства для связи. Требуйте своих спонсоров, чтобы получать побыстрее ваш доход. Вот, и это не просто слова, вот, потому что, я еще раз повторюсь, ни в какой другой компании ни этого нет, да, это считать, что ты выходишь на пенсию, поработаешь, допустим, год, а еще даже ранее наши активные партнеры выходят на уровень золотого директора и уже получают пассивный, да, доход. Далее. Почему наш проект? Потому что у нас командная помощь всегда, потому что мы выполняем простые действия, да? Мы всегда, я вам задавала вопросы, просто и легко? Конечно же, просто. У нас система работы отличная, у нас быстрый рост, у нас специальная система построения структуры, в ходе которой, да, наша команда быстро растет. Вот. Мы получаем в итоге всех проделанных наших действий высокие доходы. И еще раз сравним, да, работу по найму и бизнес дома. Работа по найму – это жесткий график, да, допустим, когда мне, когда я была вынуждена убегать побыстрее, мне, допустим, надо было к 8 часам, мои дети не успевали собираться в школу, я быстрее-быстрее накрасишься, там, как бы, да, приведешь себя в кое-как порядок и бежишь, 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 вот, в общем, чтобы побыстрее, вот, на работу спешишь, жесткий график, допустим, да, какие-то рамки, опять-таки, тебя ставят, там, с 9 до 5 или, там, да, по 12 часов в большей степени, как у нас это практикуется в нашем личном городе. В основном это работа у нас в городе Обнинске по 12 часов, 2-2. При таком графике, конечно же, я понимаю, что у меня двое детей, я в разводе, да, я не могу бросить своих детей. Куда я пойду? Какая работа 2-2? Вот. Это зависимость от начальника. Работая в проекте «Экспресс-карьера», мы, во-первых, работаем в гибком графике, когда нам удобно. Мы сами себе начальники. Вот, тут мы на основной работе мы должны зависеть от начальника, мы зависим от его настроения. Я, например, работала секретарем в холдинге, в крупном. У меня был начальник, и, который, сами понимаете, сегодня он приходит, ему сделай то, сделай это, как бы, да, у него сегодня одно настроение, завтра другое. Мне приходилось еще до 8 часов делать ему там сок, ну, там всякие, да, какие-то там по настроению сегодня, вот, допустим, или какую-то я хочу проявить инициативу, предложение, да, он это отвергает. В нашем проекте инициатива только поощряется. Вот, мы сами, мы менеджеры по рекламе, считайте, что да, мы информационные менеджеры, мы просто доносим информацию, просто мы доносим выгоды для людей. Вот, мы информационные менеджеры, мы менеджеры по рекламе, мы можем красиво оформить наше бизнес-предложение. Вот, так что инициатива поощряется, действуйте, вот, у вас все карты в руках. Также налог, да, на основной работе это 13%, а в нашей компании, да, мы когда выходим с уровня, даже можно выйти с уровня 15-18%, как бы не выйти, а открыть предпринимательство и платить налог. Мы платим налог 6% по упрощенной системе. Вот. Конечно же, на основной работе нам всегда грозит риск увольнения, да, знакомо это вам, когда сокращают. Вот, когда ищут любые поводы, чтобы вас уволить, уже ставят вас на заметку, да, когда что-то что-то не нравится начальнику, вот. Время на дорогу, да, знакомо вам, да, вот.
У меня знакомая есть компания, да, опять-таки, в которой я работала, я всегда, я, то есть не всегда, а сейчас буду рассказывать и применять к тому, что со мной уже было, вот, и что есть, чтобы до вас донести всю информацию, вот. Также время на дорогу, да, дорога стоит также денег, а здесь, в Oriflame, да, в нашем проекте я сижу дома, я не трачу деньги, я никуда не бежу, вот, извините меня, пожалуйста, я никуда не бегу, вот, я сижу дома, не тороплюсь, я провожаю деток в школу и сижу спокойно, работаю. Можно сказать, что в расслабленном режиме, но нужно делать, конечно, систематические каждодневные действия, чтобы был результат. Отпуск на основной работе по графику, да, определенному. А у нас поездки за границу, бесплатные путешествия, отмечу, бесплатные, 1-3 раза в год. Как вам это нравится? Где на основной работе вас будут отправлять бесплатные путешествия? Было такое с вами? Ответьте, пожалуйста. Было с вами такое, чтобы вас предприятие, фирма, да, на которой вы работаете, завод там или школа, отправляла в путешествие 3 раза в год, 1 раз в год бесплатно? Было такое? А вот не было. А в нашей компании есть. Далее пошли. Что я получила, работая в проекте? Теперь самое интересное. Я работаю, еще раз повторюсь, тогда, когда я захочу, у меня нет, да, без начальника, без будильника, как мы любим писать, но это действительно так. У меня нет надо мной начальника, который стоит, я работала в Макдональдсе, вот, также пробовала, хотела добиться уровня также менеджера, да, который управляет отдельным каким-то, да, Макдональдсом, потому что сеть Макдональдсов по всей стране раскидана. И надо мной я стояла за кассой, и надо мной стояла, представляете, 3 менеджера сзади, которые говорили: давай, давай, быстрее, не забудь вот это сказать, не забудь вот то. И я стояла, я не могла рот открыть, понимаете, я не могла рот открыть, и у меня ноги уже не ходили в конце дня. Я еле-еле добиралась на маршрутке в конце дня в пробках до своих детей. Вот я не могла уже, я приходила, я не могла ничего сказать просто, потому что у меня не было сил. Надо мной постоянно издевались, вот, на работе, вот, в том же даже плане, что меня не отпускали элементарно в туалет. Я помню, полчаса, и меня не отпускали в туалет. Да, иногда на больничный, конечно, тем, кто устраивается, например, на должность секретаря, я, да, моя специальность, секретарь-делопроизводитель, в основном всегда смотрят, есть ли у вас дети. Есть у вас дети, тогда до свидания. Вот, просто с самого начала, до свидания. И, конечно же, да, какое я получаю признание сейчас, вот такое признание, вот, встреча команды у нас была в июне 2015 года, мы встретились на мегафоруме, вот, это наша, это мой вышестоящий спонсор Екатерина Горшенина, это наш тоже партнер, вот, это я была еще блондинкой летом, вот, наконец-то я встретила своего директора, также вышестоящего Ниночку Копл, обнимались, целовались, вот радовались такой встрече, видела Наташу Желонину, также, да, красотки там такие были, вот, стояли, фотографировались везде, вот такие классы показывали, потому что мы действительно находимся в успешной команде. Нас действительно ждет то, что происходит сейчас, это еще только начало пути, да, и даже со ступеньки 3% это только начало, поверьте мне. То, что будет дальше, с каждым днем вас ждет приятные сюрпризы, вас ждут. Вот, каждый день несет новые возможности. Темненькая лучше. Ну, да, лучше. Это мой естественный цвет, поэтому перекрасилась. Вот. И в конце этого того года, точнее, в декабре мы ездили на BMW с командой. Вот меня чествовали на сцене как старшего менеджера. Вот. Это я поднимаю вверх чек, вот, держу его от радости. Вот такую сфотографировалась вот возле лестницы успеха нашей и онлайн сообщала о своей радости своим коллегам, своим девчонкам.
Вот, как в сказке. Да, действительно, у меня такое ощущение, как только я пришла в проект, у меня совершенно изменилась моя жизнь. У меня такое чувство, что действительно я нахожусь как в сказке, потому что все самым следующим днем все круче и круче становится. Вот, и дальше. Это моя любимая команда, да, это те девчонки, которые ездили со мной из филиала Москва-регионы. Лена Бычкова со своей дочкой. Дочка, кстати, ее тоже, она в школе раздает каталоги вот так, вот. Вот, даже дочка помогает вот совершать товарооборот нам. Вот, и моя также дочка, да, мы не стесняемся, мы иногда любим подавать, вот такие вот мы активные. Вот, совершить не только создать товарооборот в нашей, как бы, да, в сети, вот, но и в личной жизни, потому что мы же не в лесу находимся с вами, друзья. Как вы думаете, мы можем просто же, да, с коляской погулять с ребенком и познакомиться с кем-то, просто рассказать о новых возможностях, да, на карманные расходы, да, наши девчонки зарабатывают себе на карманные расходы. Это, конечно же, быстрые деньги, но таким образом много не заработаешь, поэтому мы работаем онлайн в интернете. И вот в 15-м каталоге я вышла на старшего менеджера, открыла звание директор, и 9 декабря я открыла девчонки-предпринимателя, а теперь я предприниматель. Да, вот такие вот классные возможности, да, дает нам проект. И с уровня, да, когда я открываю предпринимателя, когда... Спасибо большое. Я вас тоже поздравляю, что вы находитесь в таком реальном и классном проекте. У нас такая реальная и классная работа. Вы согласны со мной, что Арифлейм – это круто, что только Арифлейм дает такие возможности колоссальные? Что дальше, да, я хотела сказать. Когда мы открываем предпринимательство, то, значит, мы заключаем, чтобы, да, для тех, кому интересно, что же будет дальше, что же будет дальше. Я вам расскажу по секрету, я-то это уже прошла. Мы открываем расчетный счет в банке, вот, мы заключаем договор. Спасибо, Наташа, да, 1000, 10 000%, да, что мы заключаем договор с компанией официальной, у нас все официально, и хотелось бы предупредить, да, новичков, если вы приходите на СПО, и вам что-то говорят, вам что-то втюхивают, да, давай, регистрируйся, вы не можете, если вы зарегистрируетесь, я вам сейчас дам такую прививку, можно сказать, да, никого не слушайте, у нас компания, у нас реальные доходы, у нас все официально, все документировано также, вот, все прописано и в договоре, и везде. Поэтому никого не слушайтесь. Раз вы зарегистрировались в проекте, раз у вас есть вышестоящий ваш спонсор личный, вы уже зарегистрированы и никогда не идите на это. Вот, вы просто говорите, что я пришел за заказом, да, вот, мне просто забрать заказ, а я уже оформлен в компании и достаточно в успешном проекте. Вот, ну и желательно ничего подробно не рассказывать. Все секретики наши не раздаем направо-налево, чтобы двигаться только вперед. Да, слушать никого не будем. Отлично, молодцы. Вот, в проекте я расту и растет мой доход. Я получила все премии, я же вам говорила до этого, что у нас существует программа турбороста. Вот. Но тут скрин не очень хорошо виден. Вот. Ну, в личном кабинете вы, когда скачаете свой информационный листок, неумеет обратитесь к спонсору, да, и вы увидите вниз, его опустите, и вы увидите, что кто проходит, да, и как проходит программа по турборосту с уровня 9%, если вы удерживаете свои уровни, вам начисляется премия. Я не знаю, видно вам или нет, вот, но и также скидка 32% уже для тех, кто делает 150 личных баллов. А, девчонки, это просто сделать. На самом деле это очень просто. Не пасуйте, когда вы услышите, да, про это. У вас все карты в руках. И в нашей компании мы учим, как зарабатывать. И мы также учим, как сделать 150 личных баллов и выше.
те, кто начинает, те, кто у меня уже начинают делать заказы от 150 баллов, они уже дальше уже не могут остановиться, кстати говоря, вот, и делают уже и выше. Да, кому не видно, вы можете нажать лупу на экране, и тогда вы увидите. Тут подробно я сделала скрин со своего экрана. Мне не сразу выплатили, как бы, да, я получила эти премии, но я получила их потом в сумме, потому что у меня там отрыв должен был быть от нестоящих. Вот, но я получила эти премии, я очень довольна, девчонки, мальчишки и девчонки. Вот, я очень довольна, и у меня внизу в нашем на листе этом подробно описано, что если я делаю 150 баллов, то мне дочисляется, у меня уже скидка 32% идет. Вот. 32%, да, это по-настоящему круто. В нашей компании, в нашем проекте мы быстро растем. У нас вот такая вот успешная лестница, карьерная лестница успеха. И тут надо сделать, конечно, изменения, но я не сделала, поторопилась. Мы не за 6 даже месяцев, за 10, а мы уже с 4, некоторые за 4 месяца просто. Проявляй свою активность во всех планах, да, общайся со спонсором, да, я вам еще раз намекаю на то. Как сделать свой быстрый рост? Общаться со спонсором, быть постоянно с ним на связи, вот, выполнять те действия, которые прописаны, да, эти три кита замечательных, рекрутирование, потребление, обучение команды, вот, и у вас все получится, и вы с первой ступеньки можете скакнуть достаточно вперед, вот, и как наш, да, как наша Аня Черна, которая придумала всю эту систему, огромное спасибо ей за это и благодарность от всех нас за то, что, Анечка, ты дала нам такую возможность в жизнь и открыла, как, да, окно для нас в новую жизнь. Вот наши уровни, это по России, так как я работаю только в России, если какие-то будут вопросы, вы можете спросить у спонсора табличку с уровня, какие доходы выплачиваются в Казахстане, Белоруссии. У нас, в общем, команда достаточно уже обширная. У нас есть партнеры и в Украине, и в Белоруссии, и в Казахстане. Мы на первом месте среди стран, которые, да, работают в Орифлейме и которые обеспечивают такой рост компании и обеспечивают себе прежде всего рост. Вот, вот мои последние начисления, опять-таки, не знаю, видно вам или нет, но увеличьте, если что, вот сверху, да, такая лупа есть, можно увеличить. В личном кабинете, вот я сняла скрин свой, и 58 тысяч, ну, я уже потратила в этом каталоге чуть-чуть, у меня уже 54 тысячи, но вот сейчас каталог закрывается, и опять будут следующие начисления. И я уже, девчонки, мальчишки, получу зарплату в следующий четверг. На расчетный счет мне перечислят заработную плату в размере от 50 тысяч. Вы понимаете, как это круто? Ну где, на какой работе вы это заработаете? Просто сидя дома, выполняя простые, обычные действия. Ну где, на какой работе вы заработаете? Только в проекте «Экспресс-карьера». Да, ура! Это точно, ура! И это только начало, это действительно, это только начало. Компания, самое интересное, да, компания предоставляет нам возможность бесплатно путешествовать, и даже с уровня менеджера. Я закрыла квалификацию недавно, и мы скоро поедем, я не знаю, вот она картинка, кидали в чаты, может быть в Испанию, может еще куда-то, но обязательно мы поедем нашей командой в бесплатное путешествие. А вы слышали новости, которые, да, недавно кидали по чатам? Те, кто выйдут, начинается квалификация в этом году, те, кто выйдут на золотого директора, они же поедут на лайнере, где размещено будет 3000 человек, на одном лайнере компании, наш лайнер, понимаете? Наш лайнер мечты, один и второй, потому что нас уже много, один лайнер 3000 человек, и другой лайнер 3000 человек. Мы будем стартовать там, сначала в одну страну заедем, потом в другую, 4, кажется, страны, Рим, Турция, Греция. Это просто эмоции зашкаливают, да? Поаплодируйте нашей компании в чате. Потому что действительно только наша компания дает такие возможности. Какой другой работодатель, да, в реальной жизни вам даст такую возможность? Да нигде такого нет, только у нас.
В проекте также хотелось бы, да, сказать, что я постоянно нахожусь на позитивной волне. Проект дал мне уверенность в моем будущем. А будущее также у моих детей будет, потому что наш бизнес передается по наследству. Вы в курсе, что этот номер, который у вас, вы можете передать по наследству своим деткам, да? Да хоть кому даже можете, это ваше личное решение. Вот. Здесь я развиваюсь в нашем проекте не только как бы, да, как сотрудник, как коллега по карьерной лестнице успеха. Я реализую себя. Я реализую себя как личность. У нас прекрасные школы красоты и здоровья, школа wellness, отличные продукты wellness, которые дают нам возможность поправить свое здоровье. Витаминки, wellness-пэк для женщин, wellness-пэк для мужчин, для ребят, для детей. Уже это доказано, что те, кто принимает эти витамины, да, у нас вот девчонки делились в чатах и вообще везде делимся, продолжаем, вот, что многие избавились от болезней, вот, и как бы, да, идем к красоте и здоровью каждый день с нашим проектом. Вот, у нас высококлассное и бесплатное обучение. Вы видели, да, вы можете посмотреть в интернете мужу по наследству. А самой начать заново. Мужа регистрируй в свою первую линию, Софья. Вот, я тебе потом расскажу, в личку напиши мне. Вот. Да, да, Наташ, объясни ей тогда еще потом, что под себя регистрируем своего мужа, да, и также строим бизнес вместе. Вот, своих братьев, сестер регистрируем только в первую линию, да. Вот, никакие другие веточки, только под себя регистрируем своих ближайших родственников. Ну, дальше, да, нарисуйте, что хотелось бы вам сказать, нарисуйте свой мир таким, я вот вам привела, да, таким красочным, таким ярким, каким вы хотите его видеть сами. Сделайте, например, коллаж мечты, да, нарисуйте, наклейте себе, прорисуйте именно от руки, да, что вы желаете, во что вы верите. И это обязательно исполнится. Я вам отвечаю на 100, на 1000, на 10 000% что при систематических действиях, при том, что вы прописали каждый день, то, что вы спланировали, у вас обязательно сбудется. Как меня можно найти? Меня можно найти ВКонтакте, можно найти в Одноклассниках. Вот. Надежда Гулько, наберите. Вот, 32 года. Вот, я еще такая вот. Вот. У меня скоро день рождения, будет 33, так что можете так набрать. Вот. И 19 жестких надо, да, я хочу с вами серьезно поговорить. Вот, которые вас приведут к успеху. Делайте звонки, которых боитесь делать. Переступите через себя. Сделайте. Да, главное, что вы верите в себя. Да, Наташа, совершенно верно. Верьте в себя, у вас обязательно все получится. Потому что все реально. Если я добилась этого, я обычный человек, то у вас тем более это получится. Если получилось у моего спонсора, да, Катюшки Горшениной, привет я тебе, вот, я тебя очень люблю, вот, то и обязательно у меня получится, и получится у моих коллег, и у вас, дорогие мои партнеры, кандидаты, новички. Вы только, пожалуйста, не отступайте ни при каких ситуациях сложных. Всегда идите вперед, потому что и на уровне там такого-то, там, допустим, на уровне менеджера 9% и так далее, всегда бывают трудности, всегда бывают препятствия. Но вы преодолеваете себя, переступаете, да, вы верьте, потому что вы пропишите цели, вы уже, да, когда прописали, допустим, я стану директором, да, на стенке или где-нибудь там в тетради, в блокноте. Пожалуйста, почаще заглядывайте туда, или на стенке лучше написать, вот, на каком-нибудь шикарном таком плакате себе сделайте. Вставайте раньше, чем хотелось бы, сделайте больше, и больше получите. Делайте добрые дела, да, только помогая заработать другим, заработаешь сам. Еще раз повторюсь, да, девиз нашего проекта. Уделяйте больше внимания, больше времени тому, тем, чем они уделяют вам. Не сдавайтесь. Вот. Я еще хочу, да, рассказать историю своей жизни. Когда я развелась вот с мужем, у меня было несколько трудных бракоразводных процессов. Это и по квартире,
и потому, как должны общаться дети с родителями. Это было, поверьте мне, это было нелегко, да? Вспомните историю Яны Рудковской, когда у нее забрали детей, да? Когда, я не знаю, кому-то это знакомо или нет, но это, может быть, будет или не будет, но вы всегда готовы, да, всегда верьте в себя, не отступайте никогда, боритесь за свое «я», потому что вы личность. Вот, вы всегда должны добиваться того, к чему вы идете. Вот, я выиграла все суды, вот, то, что мне был нанесен моральный, физический вред после ДТП, вот, я также выиграла суды все, но мне никто не верил, понимаете, мне никто не верил ни в полиции, мне никто не верил в жизни, что я реально выиграю это. Но я взяла себя в руки, я пошла к цели, я себе поставила, потому что я сидела целый год, 2014 года, без всяких там, да, пособий, сидела, проходила очереди в больницу. Вот, у нас один травматолог на наш город, один травматолог, вы понимаете, я сидела в очередях, я боролась за то, чтобы собрать эти справки к суду. Вот, так что не сдавайтесь, у вас все впереди. Девчонки, мальчишки, это самое, мало ли что в жизни будет, цените то, что вам дано, цените эту жизнь. Начните, откройте, да, откройте окна и скажите, как прекрасен этот мир, да, просто проснувшись, да, просто открыв этот новый день, вот, как бы, да, вы получите все сполна, верьте, будьте всегда на позитиве, не сдавайтесь, даже когда нет сил. Когда вы все, да, там, я выплакалась, все, возьмите дальше себя в руки, поплачьте, да, какой-то день, поплачьте, вам легче станет. Но не сдавайтесь никогда, идите вперед, тем более вам дали такую возможность. И у меня как будто в моей судьбе сложились, видите, как пазлики. Моя Катюшка дала мне возможность новую жизнь. Вот, и я ей воспользовалась, и все сложилось само собой, может, это к лучшему, но, как бы, да, я сейчас... Жизнь одна, да, и только мы ее творцы, да, это точно. Не бойтесь рискнуть, да, на каком-то шаге, но у нас нет здесь рисков абсолютно в компании, здесь четко прописано. У нас единственный четкий такой маркетинг-план, который не свойственен ни одной компании, он самый успешный. Почему, да, некоторые воруют какую-то у нас информацию, но они не могут выйти в другой какой-то компании, я не буду называть, да. Есть такие нечестные партнеры, есть такие нечестные люди, которые регистрируются в твою команду, на самом деле они из какой-то другой сетевой компании. Ну и что? Нету, они не добьются успеха. У нас только успех, у нас компания Oriflame и в проекте «Экспресс-карьера», потому что только у нас такой успешный маркетинг-план. Всем, всем, всем советую прочитать, да, прям даю вам задание, да, связаться со своим спонсором, поактивничать, задать ему кучу вопросов и прочитать наш маркетинг-план, который именно он такой успешный. Вот, перед тем, как войти, подумайте, как вы выйдете, да. Вот седьмой пункт я вам прописала. Вкладывайте в себя, даже если никто другой не делает это. В поисках ответов на свои вопросы не бойтесь выглядеть глупо, да? Я всегда пишу своим девчонкам, новичкам, ну подумаешь, ну что вы боитесь написать мне в чате, что вы боитесь? Задайте любой тупой вопрос или какой-то глупый, но для меня он будет самый нужный, для меня лично даже, да? Я спонсор твой вышестоящий, я заинтересована в твоем успехе. Ну задай ты этот вопрос, если что-то не понимаешь, почему ты молчишь? Нет, здесь нельзя молчать, здесь только нужно активными действиями именно идти вперед. Да, у меня есть WhatsApp, есть Viber, у меня есть все. Вот, я всему научилась, вот, еще раз повторюсь, вот. Я всем умею пользоваться, так как я пришла в проект, я освоила много программ, вот, которые мне пригодятся, даже если что-то случится, но я думаю, что ничего не случится, потому что у нас прекрасное будущее в нашем проекте, в Oriflame, вот, и... Я на любой другой работе могу сделать какую-то графику, сделать какой-то ролик, какую-то презентацию. Я могу спокойно пойти и поработать менеджером по рекламе, но я не буду никуда идти, потому что мне только здесь комфортно. Мне здесь только здесь не задерживают зарплату и платят ее. Сколько раз, как вы думаете, сколько раз, сколько зарплат в году мы получаем? Ответьте, кто знает? 17, да, 17 раз в году мы получаем зарплату. Представляете, как круто? Круто, просто круто вообще. 17 раз в году, да, пройдет 3 недели, и мы получаем на расчетный счет, нам кидает компания.
Мы все так вписываемся, кто уже директора, да, в чатах там поздравляю с первой зарплатой, классно, вот, или там, да, дальнейшее, допустим, мне сегодня пришла справка о доходах, да, компания же официально все все присылает справки, договора, вот, которые мы заключаем, да, с ней, вот, это не просто так, да, вот, также все допускают ошибки, и все когда-то чувствовали себя дураками, да, это к тому, что не бойтесь задавать глупых вопросов, не стоит сдаваться после первого провала, да, допустим, девочки сидят и говорят, ой, у меня не получается, ой, ну почему же мне не отвечают, почему же мне не реагируют, да, на меня, ну сделайте, переверните что-то, другую какую-то систему попробуйте, другую соцсеть, попробуйте другую программу, у меня, допустим, не получалось с текстами, я начала картинками рекрутировать, но я набрала же людей в компанию. И также вы наберете людей в команду, в свою личную. Вот, девчонки, не оставайтесь, вперед, как бы, иначе я всех зарекрутирую. Вы поняли меня? Вот, если вы сейчас не начнете делать, начну это делать я. Вот, да. Будьте добры ко всем без разницы. Все люди для вас равны. Всегда несите ответственность за свои поступки. Как картинками рекрутировать? А, да, это можете обратиться к спонсору. Ну, у нас каждый день проходят вебинары, также вас срочно побежали работать. Нет, подождите, досидите уже до конца вебинара. Вот. Досидите до конца моего вебинара. Вот. Всех приглашаю. Вечером мой активный партнер и коллега Елена Бычкова также расскажет вам, как рекрутировать, например, в соцсети ВКонтакте и на досках объявлений. Да? У нас полно обучения. Те, кто зарегистрировался или кто еще думает, не думайте, действуйте. Вот. Ставьте себе жесткие сроки, добивайтесь, да, допустим, я ставлю себе максимум. Допустим, не простого старшего менеджера, а золотого директора я ставлю. Все мы на начальном этапе, когда мы приходим в проект, мы объявляем моей личной команде, что мы хотим стать бриллиантиками. Да? Вы в курсе, что нам дарят украшения за то, что мы достигаем новых уровней, за значки дарят бесплатно до уровня там, старшего менеджера, а потом под расписку мы получаем бриллианты, да, из компании. Золото, там, сапфиры, вот, всякие значки. Где, на какой работе вы получите какой-то бриллиант? Ответьте мне на вопрос, пожалуйста. Где, на какой работе вы получите? За то, что вы работаете, бесплатные путешествия, бриллианты, сапфиры. Где? Только у нас вы получите, да, только здесь, в проекте «Экспресс-карьера». Только здесь вы получите это. Всегда несите ответственность за свои поступки. Сделали заказ, тут же его, постарайтесь тут же его оплатить, да? В жизни, да, несите ответственность за свои поступки. Будьте ответственными, будьте серьезными, да? Там, посмеялись, пошутили, но все-таки, да, я на позитивной волне, я там смеюсь сейчас, улыбаюсь, но я абсолютно серьезно сейчас вам говорю и несу ответственность за свою команду, за своих коллег. Я не могу просто там, да, куда-то, допустим, бросить, да, что-то. Я понимаю, что подо мной люди находятся. И всем новичкам своим говорю, мы строим систему, мы помогаем зарабатывать нашим коллегам. Я строю веточку, как мы начинаем, да, мы строим под себя две веточки. Вот, когда приходит к нам партнер, мы сначала помогаем ему строить одну веточку, да, совместно. И новички, которые приходят, они даже сейчас, мои новички, не знают, да, что я сегодня зарегистрировала под них новых коллег, новых партнеров, потому что я с ними, я несу ответственность за команду, за результат. Вот, так что мои новички и новички команды «Звездный экспресс» Надежды Гулько, включайтесь, вот, новички других коллег «Экспресс-карьера», включайтесь, вам задание написать своему спонсору. Ура, новичок! Вы новичок или у вас новичок? Вот. Всегда идите вперед, несмотря на преграды. Добивайтесь своих результатов. Ну, мало ли что у вас случится. Но вы же сильные, вы же активные, вы же потрясающие люди, да, которые при... А у нас только такие в проекте. Вы новичок, тогда быстрее действуйте, да. Проходите все шаги стартовой программы, вы получите новые подарки. Вот, новые приобретения и так далее. Вы получите бесплатно сайт. Сейчас дальше еще расскажу.
мои планируемые покупки, да, я сейчас получу денежки, вот, и мои планируемые покупки, это кресло. Сначала я куплю себе, решила, не такое, да, как другие коллеги, лидеры нашего проекта, кожаные мягкие кресла себе купили. Вот, так здорово, я им так завидую, у меня обычные стулья, но я себе запланировала, у меня сначала будет обычное кресло, я же пока еще не заслужила шикарное кресло, вот, поэтому потом, все будет, да, чтобы начать, нужно зарегистрироваться, да. Да, после регистрации вам спонсор все покажет, расскажет, никуда не денется, если ваш спонсор молчит или так далее, но бывает всякое. Нет, наш проект, как бы, да, вы не одни, у вас есть вышестоящий директор, найдите своего директора, он вам обязательно все расскажет и покажет. Следующая моя, как бы, да, задумка, это купить ноутбук, вот, новенький, так как я работаю до сих пор с дополнительной клавиатурой внешней, у меня так получилось, что, вот, были такие преграды тоже с ноутбуком, что мне пришлось покупать дополнительную клавиатуру, а это у меня сгорело. Я вот так работаю, я мечтаю, чтобы купить себе новый ноутбук беленького цвета, вот, и... Как бы мы запланировали с детьми поездку в нас в Боровском районе. Есть шикарный этномир, культурно-исторический центр. Мы хотим покататься на лайках, на хасках, вот, такие собаки по снегу. Классно, изучите историю и народы, там всякие представленные жилища разных народов. Мы запланировали себе это. Вот сейчас получим зарплату, поедем. Вот, и самая моя глобальная мечта. Приезжай, Наташа, приезжай к нам, поедем вместе, я тебе проведу экскурсию, вот, да, крутое место, и самая моя глобальная мечта, и мы живем сейчас в тесной квартире, да, мы когда разводились с мужем в ходе судов, все-таки я добилась, что у меня двухкомнатная квартира, да, в которой я нахожусь, с ремонтом, с мебелью, выбирала себе квартиру, но она тесная, вот, для нас она уже тесная, у меня мальчик и девочка, они разнополые, хотелось бы, чтобы у каждого было по комнате, да, это, ну, каждой мамы и папы мечта, чтобы у каждого был такой дом, хочу загородный дом с таким бассейном около дома. Вы о чем мечтаете? Напишите в чате, пожалуйста, о чем вы мечтаете? Вы мечтаете о доме, вы мечтаете о путешествиях. Так у нас, только у нас это реально, с нашим проектом. Многие уже лидеры, да, вышестоящие мои. Анечка Черна, Нина Копол, вот, Сухорукова, да, Илона, я смотрю за ними, наблюдаю. Вы только зайдите в Инстаграм сейчас и посмотрите, как они путешествуют, отдыхают. Вы просто зайдите в Инстаграм там, да, или ВКонтакте просто наберите, да, там фотографии. Выложены последнего, да, путешествия, и там они сейчас, кажется, находятся. Это же реально. Почему? Я не знаю, почему никто не верит, но это реально, и это действует. Я вам говорю вполне серьезно, вот, что вы можете здесь работать бесплатным путешествием, вы можете вырасти, вы можете купить себе дом, вы можете купить себе машину, вам уже с уровня директора, как вы закроете директор, выплачивается премия 70 тысяч. Да, обеспечить свою жизнь своему ребенку. Проект «Экспресс-Кера» – это дверь в новую жизнь, да, которую мне открыл мой спонсор Катя Горшенина, которую открыла ей Нина Копол, которую открыла нам всем Аня Черна, за что ей огромное спасибо и низкий поклон. Вот, здоровья ей огромного. Вот, если вы здесь уже зарегистрированы, то действуйте. Если вы поставили цели, мечты, то действуйте. Звоните, пишите своему спонсору, действуйте. Такая вот картинка, да, у тебя уже есть все, что тебе нужно для успеха. Вот оно, на ладони, бери. Бери и пользуйся. У тебя все есть. Тебе уже дали этот шанс. Вот, и тот, кто воспользуется этим шансом, только тот победит и вырастет. И не будет обращать, да, как некоторые жалуются, вот у меня там повысились коммунальные услуги и так далее. Там, да, ну и что? Мне, для меня это уже сейчас все равно, да, у меня есть такая зарплата, у меня есть такие возможности. Подумаешь, как бы, да, некоторые думают, ой, ну, хочется так съездить на море, так хочется детей отвезти там, да, а я поеду на море, у меня будет свой дом, будет машина, я знаю, что это будет здесь,
Вот, в рамках проекта, да, вот хотелось бы представить своих партнеров, своих звездочек, девчонки, где вы, отзовитесь, вот, они меня пришли поддержать сегодня, я видела, молодцы такие, вот, наша команда в рамках этого проекта, в рамках проекта «Экспресс-карьера» называется «Звездный экспресс», да, Людмила Руденко, Симушина Ирина, Иванова Ирина, Дычева Надежда, Елена Бычкова сегодня будет вечером вести вебинар. Отзовите, девчонки мои, активчики, звездочки мои, Катя Горшенина, звездочки. Также, да, Оксана Исмаилова, хотелось бы всех назвать, вот, и всем также аплодисменты, потому что это мои активные партнеры, мои звездочки, лидеры. Вот, Наташа Шишкина, Люда Руденко, также, да, Елена Жилина, Аня Горецкая, Наташа Сальникова, активный партнер, Екатерина Горбунова, Айгуль Горанкова, Арутюнова Кристина. Да, вот мама. У нас есть две мамочки, трех детей, трое ребенка, да, у них. Вот. И я тоже с вами. Я тоже всегда с вами. Вот. Тех, да, вот на возражение, да, хочу ответить. Те, кто говорят, мне пишут каждый день, это не мое. Да что не ваше-то? Не ваша зарплата вот такая вот? Ваши путешествия такие бесплатные, это не ваше все? А что же ваше, интересно, тогда? А это мое. Это мое и моей команды. Это наших лидеров, да, это всех активных. Да, у нас только активные партнеры, позитивные. Это все наше, да. Только мы вот такие вот позитивные, такие добрые. Люди строим такую нашу жизнь красочную. Вот, я всем благодарна. По центру находится мой главный спонсор, вот, Катюшка Горшенина. Ее также тестовали на БМВ встрече, вот, да, большая мотивационная встреча была в Москве в конце декабря. Вот, она на сцене выступала. Я горжусь своим спонсором. Вот, целую тебя. Вот, она выступала, вот, видели Марию Викторову, также с ней поздоровались, сфотографировались. Да, вот. Мы продвигаем известный бренд, компанию Oriflame, компания высшего качества. Вы знакомы, да, что вы знаете, что наша компания шведского качества. У меня лично, почему именно, я думаю, что да, не только у меня нет аллергии, у меня очень аллергенная кожа. Мне ни один, никакой другой крем, ни с какой другой компании не подходит, кроме Oriflame. Я люблю все, что есть в нашей компании. Я могу себе все подобрать. Вот мои покупки. Я их быстренько сфотографировала. Вот. Я очень люблю, у меня такая сумочка. Вот я ездила, как бы я не ездила, но я хожу, как бы я люблю петь. За сколько каталогов я вышла? На 22%. Ну, я даже не стала посчитать, да, как бы у меня были перерывы в работе. Я как бы даже вот хотелось бы, да, вам не советовать, не обращать ни на кого, ни на чье какое-то мнение какого-то близкого человека или чужого со стороны, никого не слушайте. А кто вам говорит, что да, там, допустим, но я послушала в свое время, как бы, да, и пошла на работу, там, ну, там у меня был какой-то короткий такой график, но как бы я пожалела об этом, у меня были какие-то скачки и перерывы, но как бы за короткий промежуток, я считаю, я вышла, считаю, что мне еще операцию делали на руке вторую летом этим. Я не могла рекрутировать, я хотела, я оставила сим-карту даже специальную, но я не могла рекрутировать, я лежала в больнице летом, вот, и как бы у меня еще вот такая план, моя мечта, я хочу стать так же обычным человеком, как и все, хочу сделать себе пластическую операцию на плече, вот, и как бы, да, вот когда меня сбила машина, вот, весь удар пришелся на плечо, и как бы я хочу также сделать, у меня планы сделать пластическую операцию на плече, вот. Ну, мы продвигаем свой бренд, вот, и также мы, извините, мы поедем скоро в Ногинск на завод, и мы посмотрим, как делают наши товары. Это будет 29 февраля, мой также спонсор сейчас писала в чате, что это будет 29 февраля. Вот, мы поедем, соберемся и поедем на завод, который у нас есть в Ногинске. Вы видели, какой у нас классный, здоровый завод есть сейчас в стране, да? Мы соберемся и поедем с нашей командой. Уже места забиты,
Мы их забили, мы поели. Будет все классно, будет все здорово. Вот, так что всем советую, не останавливайтесь, не подошло, например, одно что-то, пробуйте, ищите свое, то, что вам подходит, свои какие-то товары, а какая продукция, да, wellness замечательная у нас есть, какие витамины заводу будут. Я не знаю, сколько сейчас заводу, вот, но думаю, что там, конечно же, это, да, инновации, да, которые как бы у нас в стране, вот, открылся, да, такой шикарный завод, что все попробуйте витамины, wellness, косметику, все, поменяйте, просто нужно поменять обычный магазин на свой, где у вас уже есть скидка. Также, если вы не можете сделать, допустим, какие-то личные баллы, да, как девчонкам я говорю, да покидайте ссылки на каталог всем своим знакомым, всем своим друзьям, да, сегодня вот у меня активный мой партнер покидала ссылки каталогов своим просто друзьям, и они уже, да, сейчас конец каталога, нужно набирать свои обороты, вот, и они быстренько заказали, вот, как мы делаем 150 баллов. Я и другим советую, да включайтесь, наконец-то уже, не молчите, действуйте. Ну, желаю всем здоровья, счастья, море позитива, путешествий, шикарной жизни с высокими доходами, покупками, красивыми путешествиями. Посмотрите, да, мы можем посетить и такую страну, и такую, да. Сейчас открывается квалификация, выходите на новые уровни, растите со своей командой, действуйте, не мучите, вот. И мы будем, посмотрите на девушку, да, мы будем купаться в деньгах, вот, мы скоро будем также купаться в деньгах, а команда у нас уже есть, мы такие вот классные, мы такие позитивные, вот, все, так что мы также будем вот шикарно выглядеть, вот такие дамы. И, конечно, тем, кто зарегистрируется сначала, вы всегда будьте... Спасибо, Люд. Вот. Вы, когда зарегистрированы будете в проекте, сначала, да, всегда будьте на связи со своим спонсором. Вам нужно будет активировать свой личный кабинет. Вот. Потом, значит, когда вы сделаете первый активационный заказ, не медлите с первым заказом, закажите даже, как Аня Черна или кто-то сказал в проекте, никогда еще, да, покупка мыла элементарного не открывала такие возможности в новую жизнь. Запомните эти слова. Потому что... Спасибо огромное. Вот. Потому что, сделав первый заказ, вы получите вот такой бонус. Ваш личный именной сайт. Ну, мы пользуемся таким сайтом, а другие пользуются каким сайтом Ани Черным. У нас есть выбор, мы можем и такое выбрать, и такой сайт. Ну, в нашей команде я делаю сайт своим девочкам вот такой. Вот. Пока еще не делала, кстати говоря, научилась и сайт делать новым партнером. Вот. Делала мой вышестоящий спонсор Катюша Горшенина. Но первый сайт... Так что давайте открываю, как бы, да, вакансию, кто первый, для кого первого сделать сайт. Вот, обращаюсь к своей команде, конечно, к команде персональной группы Надежды Гулько. Вот. Торопитесь, быстрее делайте заказ на любую сумму, а также просмотрите все стартовые программы, бонусы, акции, которые именно предназначены для новичка. Для новичка, да, пройдете один, шаг два. Вот, спасибо. Я очень рада, что вам понравилось, что вы получили много полезной информации. Очень рада, Люба. Вот, сделайте сайт, регистрируйтесь, находите меня, вот, регистрируйтесь. Вот. Или кто-то, кто вас уже пригласил, да, в проект, кто вам уже написал такое бизнес-предложение, там, или картинку, или еще что-то, среагируйте на того, кто вам написал, что он из компании Reflame, из компании, из проекта Экспресс Карьера, среагируйте на этого человека, он дает вам шанс, он открывает вам новые возможности. Напишите этому человеку быстрее, скорее, а те, кто мои новички, напишите мне, всех жду, всем сделаю сайт. Вот, делайте заказ на любую сумму, стартаните круче, стартаните быстрее, вот, и действуйте.
Ну, на этом у меня все. У кого какие вопросы? Кто готов получить бонусы? Извините, что растрогалась. Но я рассказала о чистой души, то, что я чувствую, о чем я думаю. Я также была новичком. У меня было полно вопросов, но как бы... Я сначала просто сидела, не наблюдала, опять-таки, моя ошибка. Вот, что те, кто приходит в проект, вы не только смотрите вебинары, не только слушайте, но, да, поставьте себе цель, мечта, действие. Вот, только при этом вы добьетесь первых результатов. Не просто смотрите, слушайте, вот, спасибо вам тоже огромное, вот, но и действуйте. Посмотрели вебинар, сразу же сделали заказ, вам дали сайт, вам дали странички, потом вы еще сами можете, да, на какие-то сим-карты купить, завести странички и так далее, проработать на досках объявлений и так далее. Мы вас всему научим бесплатно. Посмотрите, где, на какие другие там вебинары, никому не верьте, у нас бесплатное обучение. Вот, это стоит очень дорого, да, какое-то другое такое обучение, а у нас оно бесплатно. Мы даем огромные возможности каждому человеку, огромные возможности. Да, я всех люблю, особенно свою команду. Где писать? Если вас не пригласили, вы можете меня найти. Если вас не пригласили, если вас пригласил какой-то другой человек, вот, то ему именно напишите, не мне, а ему, потому что он постарался, именно он открыл для вас новые возможности. А кто, то вообще я только кандидат, да, просто пришел послушать, можете меня найти. Я тоже вас люблю. Девочки, Люда, кто делал запись? Также жду записи, чтобы скинуть своим другим коллегам. Лучше вас найти. Да я везде есть. Есть контакт. Нас многому научили. Мы можем ролики крутить. Еще мы тут здесь не можем делать уже. Вот. Мы все прошли. Разные школы. Школы красоты, школы здоровья. Так что всем советую продвигаться дальше. Дальше расти. Это только начало. Спасибо, Наташа. Да, спасибо, Люд. Спасибо тем, кто меня сегодня пришел поддержать, потому что я первый раз выступаю на такую обширную аудиторию. 309 человек. Ой, я в шоке, девчонки. У вас каждого есть такая возможность. Даже с трех, я всех учу. Вы даже с уровня с 3% учитесь. Учитесь ораторству, учитесь новым возможностям. Было 400. Ну, может быть, было 400. Я тут просто впечатлилась и своими рассказами, и вами. Вы же самые крутые, да? Вы же самые позитивные. Кто за? Кто мне напишет в чат, что у нас самый классный проект «Экспресс-карьера»? Вы согласны, что вы самые лучшие? Поаплодируйте себе, поаплодируйте проекту. Да, мы самые лучшие. У нас самый лучший проект, самая лучшая компания «Орифлейм». Да, супер, восклицательные знаки, улыбочки, и только позитиве, только на дружбе. Работаем вместе, двигаемся вперед, не останавливаемся ни перед чем. Отлично, молодцы, все поаплодировали себе. Приглашаю еще раз всех на вечерний вебинар, который состоится в 17 часов по Киеву и 18 часов по Москве, делаю такой анонсик. Будет выступать мой активный партнер Елена Бычкова. Приходите, не пожалеете, мы постараемся вас научить, вот, как работать. Научить вас и своих партнеров. Так я же говорю реальные вещи. Конечно, вперед. Да, вот Леночка всем пишет, жду всех. Да, мы всех ждем. Всех рады всегда видеть.
Читайте анонсы, кстати, вас же подписали на рассылку, почаще заглядывайте на свою почту, не ждите, когда вам чаты где-то кто-то раскидает, почаще заглядывайте на свою электронную почту, да, желательно завести ее в Gmail, вот, и каждый день приходят рассылки об обучении, вот, растите вместе с нами. Ну все, всем пока, успехов вам, с вами была Надежда Гулько. Всем пока!